В Венесуэле с этого дня введено чрезвычайное экономическое положение. Указ подписал президент Николас Мадуро. Выступая в парламенте, глава государства сказал, что из-за падения цен на нефть экономика страны оказалась на грани катастрофы. В прошлом году инфляция превысила 100%, появились перебои в снабжении продуктами и товарами первой необходимости. Особый режим позволит президенту принять ряд срочных мер. И одной из первых будет увеличение цен на бензин. В Венесуэле они не менялись много лет и пока остаются самыми низкими в мире – 2 цента за литр.